Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами вновь Каспер, с вами вновь StarLadder TV, и мы продолжаем смотреть с вами Star-серию. 11 сезон и последняя игра сегодняшнего дня, Virtus Pro, обычная, да, не Polar, играют против Team Secret. Ну, собственно, Best of 1 система, и у нас уже идут там пикабаны потихонечку, давайте поглядим на команды. Вот они, Годжот, БЗЗ, Йол и Седой против Пупея, Ноутейла, С4, Куроки и Симбы. Команды без замен играют. Собственно, больше добавить нечего. Первая и последняя встреча в групповом этапе StarLadder, естественно, говорим очевидные вещи. Ну, пикабаны пока весьма обычные. SkyMag, Tidehunter у нас мы видим в пике от Virtus.pro. Brewmaster, Doom от Team Secret. Причем, обратите внимание, Virtus.pro решили забанить вообще всех ноутейлов. Минус Wisp, минус Elder Titan. А Team Secret просто решили... Кого? Ну, Йола чуть-чуть подбанили, чуть-чуть Года подбанили, чуть-чуть БЗЗ подбанили, всех по чуть-чуть подбанили. Еще один бан ноутейла просто. Минус Шейкер. Очень не любят ноутейла, просто одни хейты суппортов, как вы видите. Да, вот такие вот дела. Не, ну, в действительности интересно то, что вот Big Daddy заработал себе такое огромное количество банов, то есть развязывает руки для остальных своих товарищей. Хотя поглядим, сейчас всех ноутейлов перебанят, на чем он будет играть? Не знаю, надо будет поглядеть. Ну и третий пик от Virtus.pro. Будет ли какой-то Void? Нет, пока что это Рубик. Пока что мы видим это Рубен. И для каких целей? Возможно, в попытке законтрить Энигму был взят Рубик. Вот, вот. В принципе, реальный вариант, потому что секреты любят этого героя. Часто его используют. Ну и в бане Винга, что тоже как бы намекает на потенциальное появление Энигмы. Ну и мы видим, Пупе немножко призадумался после пика этого Рубика. Кстати, тут ребята из Virtus.pro, я смотрю, тоже немного призадумывались. 2 секунды дополнительного времени всего осталось у парней. Так, ага, Dazzle у нас появился. О чем это может говорить? Кто у нас там иногда еще любит под Dazzle заехать? Ну, кого раньше когда-то брали? Там Луну брали. Может быть, Дровка, но не уверен. Под Дровку пока тут 2 милишника, но никто не мешает добрать еще пару оранжевичков. Какой-нибудь визажа. Так, Рейскинг нарисовался. Ну и после появления Рейскинга у меня сразу же рефлекторно выскакивает слово «Вайпер». Будет ли этот самый Вайпер? И на какой роли будет играть Дум? Ну, скорее всего, Симба будет играть на Думе в оффлейне, С4 в миде на Брюмастере. Собственно, остался суппорт для Пупея и остался для Куро герой. Да, ну, времени пока еще предостаточно у секретов. Ну, вот просто когда ты видишь в пике против себя Рубика, да, конечно, немного ты ограничен в действиях, ты не можешь взять конкретно тех героев, которые тебе там нравятся, как мы уже говорили, да, там Энигма, Тайдхантер и прочие персонажи, Магнусы какие-то. Но, тем не менее, ты можешь оставить Рубика как бы ни с чем, хотя ни с чем Рубик уже не останется, уже Дум есть как минимум. Там всякие клепчики, вивы, не знаю, подхилы, то есть всякие могут быть расклады с Рубиком. Ой, извиняюсь, что-то я совсем расклеился. Ну, вот, может, поэтому сейчас секреты особо экономить не будут. Давайте, Пуджа. Суппорт Пудж. На самом деле, это очень крутая штука. Тащишь, жрешь, побеждаешь в доту. Ну, что-то Пупеха тоже мальца подзадумался. Я всегда люблю в таких ситуациях проверять,
все ли на местах, а то, как обычно, в Доте никак не отображается во время стадии пиков банов, то, что игроки повыходили вообще из игры. Очень-очень долго думает команда. По 2 секунды дополнительного времени всего лишь осталось, так что сейчас пики будут идти намного быстрее, хотя их не так уж. Не такое большое количество осталось. Эмбер Спирит. Видимо, это будет фармящий Эмбер. Но вряд ли это будет суппорт Эмбер. Я думаю, многие со мной согласятся. Шутки юмора. Вот теперь суппорт. Последний суппорт Сент Кинг. Очень неплохой пик. Неплохой бан, как по мне. Ну, вот таких вот самых, наверное, коварных, противных, злобных суппортов. Просто 5 суппортов в бане у ребят из Virtus.pro. То есть они не боятся ни керри, ни мидеров, ни оффлейнеров. Они боятся суппортов. Сейчас поглядим, насколько Дазель будет хорош и кто там будет еще хорош. Тоже очень интересно понаблюдать. Возможно, какой-то виномансер будет, не знаю. Кстати, да, Doom виномансер. Why not? Клинкс. Вот ВП. Как мы видим. И что у нас получается? Клинкс в оффлейн... Не, Тайдхантер в оффлейн. Клинкс куда? В мид тогда вообще пойдет? Или... Ну да, походу в мид. Причем, блин, а ведь Эмберу просто лицо должен раскрошить. Почему? Потому что бонусный дэмэдж со стрел, который у него есть, с огненных стрел, он идет физически, насколько я помню. Верно ведь? Да, верно. Хузикл написано. А это значит, что Эмберу будет очень сильно... А, не, погодите. Эмбер же у нас не в миде. У нас Брюмастер в миде. Да, это Виномансер, как и предполагалось. Так вот, куда же отправят тогда Клинкса? Я что-то уверен, что захотят, чтобы он стоял против Эмбера, наверное, этот Клинкс. Но с другой стороны, его-то мы поймать тоже смогут, потому что и замедление есть, и станчик будет, Силинг Чейнс, который... Эх, ладно, слишком много если. Надо смотреть на то, что будут придумывать команды. Надо смотреть на исполнение, как мы любим говорить. Да, и потихонечку начинается у нас матч. Надеюсь, стартанем вот as soon as possible. Сейчас один момент. Ох, хорошенько я так чихнул. Да, будь здоров, спасибо, пожалуйста, все как положено. Давайте, команда Virtus.pro. Жотом будет играть на Skyros Маги, Седой на Тайдхантере, Клинкс Год у нас убежал на нижнюю линию, Йол мы видим вот на Рубике и БЗЗ на Рейскинге. Ну и парни из Team Secret. Пупей будет играть на Дазле, Куро, Эмбер Спирит, Ноутейл на Виномансере, С4 на Брюмастере и Симба на Думе. Ну тут я только с суппортами не угадал, кто на ком будет играть. И С4 будет действительно стоять в миде. Против С4 будет стоять Тайдхантер. Год будет стоять против Дума. Против Эмбера будет стоять БЗЗ с двумя суппортами, насколько я понимаю. Верно? Верно. А что у нас здесь по суппортам? Два рейнджевичка. Милишник, ну, в принципе, нападун потенциальный. Где... Ну, такая интересная, на самом деле, будет ситуация. С одной стороны, есть неплохой фокус, я говорю про, естественно, спам от Skyros Мага, плюс стан от Рейскинга, и там Рубик какой-нибудь с телекинезом, фейтболтом. То есть можно поймать какого-то Дазла и просто наказать его. С другой стороны, есть еще Виномансер противный. Если кого-то и ловить, то, скорее всего, именно Веника. Потому что он в соло может очень сильно мешать вам находиться на линии, ну и замесы портить одним плевочком своего Веном с геля. Такс, ну, Году тут должно стояться просто шоколадно, не шоколадно должно стояться здесь Симбе. Симба должен страдать и получать по лицу. Седой
против Брюмастера. Ну, не знаю, возможно, какие-то там 50-50, может, будут проблемы определенные у Седова. Поглядим. Да, ну вот у нас первая встреча, видит Виномансер Жотма, Жотом Виномансера, Жотом пошел наваливать Виномансеру, Виномансер уходит от Жотма, ну, все как положено. БЗЗ начинает фармить, не хочет подходить Эмбер Спирит, понимает, что он слишком тонкий, его могут очень быстро забрать, но в свою очередь нужно быть очень осторожным тому же Скайросмагу, его могут забрать не менее быстро, за счет того, что тоже очень мало ХП, за счет того, что очень маленькое количество там брони, а там подхил будет, допустим, по одной или двум целям, так что ну, могут действительно очень быстро Скаймага подбрить. Так, ладно, что у нас есть? Есть то, что Рубик. Рубик попадает под гель. И Рубик отдает First Blood, видимо, верно? Сейчас поехал за ним Куру. Куру, наверное, сейчас какие-нибудь Searing Chains. Или нет, это все-таки будет Flame Guard, вероятнее всего. Хотя Searing Chains тут будет более полезно. Да, вот Куру тоже это решил. Потому что на него и так уже потратили весь возможный проказ. Big Daddy. Мансит. Начинает... Нет, не начинает пока ничего пить. Вот, начал пить кларити, и моментально этот кларити сбиваем. Тут проблема у БЗЗ, пошел подхил от Пупея. Будет еще тычка от Пупехи, это First Blood. И тут еще два суппорта у нас загуляло. Заяденные здесь, и горит Йол. И это минус Йол также, верно? Нет, да, верно, минус Йол, и Жотом уходит также на ОХП. Ну вот, говорил я, не нужно встревать. Говорил я, нужно держаться максимально осторожно. Говорил. Ребята немножко упустили этот момент и за это их наказали. Безусловно, наказали. Вот 700 золота. И, как обычно бывает в ситуациях, там, 3-пла на 3-плу. Обычно те ребята, которые выигрывают первый замес, ну, и там впоследствии им легче, естественно, выиграть второй, они зачастую и начинают доминировать, потому что у них выше левела. Лучшие обилки. Бывают, правда, ситуации, когда трипла, которая выиграла, настолько истощена, то есть у них нет ни ХП, ни маны, что они вынуждены там куда-то уходить, как-то регейн, тратить там деньги, время. Ну, в общем, не чувствовать себя абсолютно фривольно. Так что поглядим, насколько тут себя комфортно будут чувствовать секреты. Пока что вот мы видим, что у Куро два крипа добито и два ассиста есть. В принципе, на этом его достижения заканчиваются. У Дазла два фрага и два крипа добито. И Биг Дэдди, вот мы видим, разблочил сейчас спаун. Не. Так, ну и что тут у нас получается? Получается то, что по-прежнему трипла к крипам не подходит. Опять же, несмотря на, вроде бы казалось, выигранный замес. А что там по левелам? Первый, правда, пока Виномансер, второй почти третий Дазл. И третий с половиной у нас Эмбер. Ну это потому, что там Виномансер с Дазлами куда-то убегали. Ладно, посмотрим, что там у нас в миде. В миде у нас S4 21 на 5, 20 на 0 у Тайтхантера. У Тайтхантера, то есть более-менее ровненько. 22-8 у Года и Дум. Вот, да, Дум тут совсем загноблен. Мы видим, у Дума пока только тапок, и ждет он появления руны. Ну, если реген, то пропрется. Ну, это баунти рунка. Реген появляется, но появляется он на топе. И достается он Рубику. Так, и Симба здесь у нас на линии нарисовался. Пошел Scorched Earth. Нужно ему хоть как-то здоровье свое восстановить. Для того, чтобы год не особо сильно бычил. Так, ну и давайте посмотрим, что вообще у нас есть на замес интересного у ребят из Secret. У ребят из Secret есть Веник Doom. Достаточно сильная дамажащая комбинация. Также есть Dazzle на подсейв того же Брю или того же Дума. Того же Эмбера, в общем, в принципе, на подсейв. Брю достаточно сильный боец в мидгейме. И Эмбер с заявочкой на лейт. Причем заявочка такой на серьезный лейт. Кура у нас умеет исполнять подобные роли. Поглядим, дадут ли ему это сделать. Ну вот, у Virtus.pro... Так, во-первых, тут сейчас Брюмастер убивает Тайтхантера. Да, не успевает он дать еще один кроссмэш, хотя это вряд ли бы что-то изменило. Так вот, у Virtus.pro замес чуть... посильнее, возможно, будет в мидгейме, или же все-таки продолжается у нас тут Овныч, Пупей уже на киллинг-спри. Так вот, хотел сказать, что замес намного сильнее, возможно, будет сильнее в мидгейме, но Рейскинг с одной кнопкой, Клинкс, да, возможно, будет фокусить там Дазла, но
глядим еще, как там Дазл будет от него отбиваться. Ну, в принципе, что, Рэвидж, да, Рэвидж штука, безусловно, хорошая. Рубик, возможно, даже украдет там какую-то Poison новую или Doom. От Рубика также будет достаточно много зависеть в данной игре. Так, уходит отсюда БЗЗ. Ну и мы видим, что продолжается у нас тут на трипле эти скандалы, интриги, расследования. Дазл уже уровень 4, Куро уровень 5. Тут что, тут пока третий БЗЗ, да, суппорт очень много экспы наворовали. Ну и баунти рунка для S4, который, между прочим, мид сейчас возвращается. Погоня своеобразная была только что за Брюмастером, но Брю отбился, назовем это так. Ну что можно сказать про Керри Рейскинга? Что с ним будет здесь происходить? Вариантов может быть несколько. Один из них — это то, что ВК будет просто летать, пока будет Брюмастер брюмастерировать. Второй вариант, что будет просто под жутким замедлением тот же Рейскинг. То есть БКБ ему тут реально нужен. Но БКБ его вроде бы от геля не особо должно спасти. Ну хотя бы от Брюмастера, там, от каких-то Сиринг Чейнс, в общем, от многих-многих напастей Блэкинг Бар помочь должен. Поглядим, будет ли приобретать этот самый Блокинг Бар ВЗЗ или проигнорирует этот артефакт. Ну, просто в Азии достаточно популярная тема. Тут виномансер Бучара. Так вот, в Азии просто достаточно популярная тема с Брюмастером, который как раз и старается контролить одного из основных керри-героев именно за счет ветров. То есть просто человек отсутствует по факту в драке. Если кто-то следил когда-то за классическим Старкрафтом, за ВЦГ когда-то древними, там была тоже такая страта через талонов, когда герой основной, там какой-нибудь Блейдмастер, просто летал во время всего замеса, и как бы вся тактика базировалась именно на том, чтобы держать его в воздухе максимальное количество времени, не давать ему наносить ДПС. Так, что там у нас Эмбер говорят? Ну, Эмбер с фейзами. И пока мы видим столкновение, за исключением вот этих пары микрозамесов на трипле, мы здесь не наблюдаем. Вот только сейчас БЗЗ уже перестал так хорошо бить крипов, потому что суппорты его подоставили. И теперь Куро начинает эксплуатировать мобчиков по назначению. Собственно, бить им лица. Ну и здесь нападение от Куро. Правда, немного запоздалое. Вернее, хорошо отреагировали Virtus.pro, вовремя успели отойти. Так, Рубик тут пока пытается с Думом повоевать за крипочков. Что там в миде? В миде есть уже Аркана у Седова. В миде будет очень быстрый даггер у S4. Видим, что решил Брюмастер сразу, просто сходу, собираться именно через этот артефакт. Что весьма интересно. Так, еще один Энкор Смэш. Пошли тут пока арканчики. 24 сейчас с маной небольшие проблемы мы видим. Что может тут просто... А, хотя там 11 зарядов в стиках, так что пофиг на эту ману. Ну, идет у нас 10-я минута. Давайте, возможно, включим Нетворс и поглядим, кто здесь на каких местах. Видим, что чередуются у нас игроки. Идет у нас БЗЗ, С4. Ладно, у нас на топе сейчас начинается драка. Убивает, кстати, вот этого самого БЗЗ, но также должны убивать сейчас и Куро. Седой идет просто в наглую на ноге. И залетает тычка, но пошел под хил. Улетает Эмбер, но недалеко он отсюда улетел. Так вот. Хорошо, с ним успели разобраться. Дальше что? Будет ли дальше драка? Дальше идет драка, дальше нападают на Седова. Седову не нужно тратить рэвидж, он здесь один абсолютно. Нужно просто пытаться убегать на ноге как можно скорее, как можно дальше. Но поддержки со стороны тиммейтов, мы видим, нет никакой. Тиммейты его решили просто бросить. Ну а что тут? Рубик с телепортом, но ничего не сделает. Рейскинг уже внизу фармит. Скаймаг, мы видим, вот у него в кулдауне телепорт только недавно улетал. Там Клинк с Рубиком, по сути, могли только прилететь, а от них здесь не слишком много проку было бы. Да, ну и вышка очень сильно сейчас начинает гореть. Мы видим, варды Виномансера делают свое грязное зеленое-желтое дело. И
разрушают этот тауэр. Просто от коррозии страдает очень сильно. Пошел Silence. Нападение также идет у нас дальше от Tidehunter. Очень хороший фокус по S4. Он прожимает стики. Нет у него ультимативной способности. Вышку добивает, кстати, Виномансер. Но тут сейчас погибнут секреты в составе двух человек уж точно. Или же нет. Тут залетает Куро. Searing Chains по двоим. Flame Guard пошел. Только-только закончился кулдаун на этом Flame Guard'е. И вы посмотрите, как сейчас переворачивает свою сторону эту ситуацию ребята из Team Secret, но приходит год. И все меняется, когда приходит год. Погибает у нас Эмбер и уходит на 25 хитах Дазель. Вот так вот. Вовремя оказался здесь год. С Мидасом, с ПТ-шечкой. Хороший атак спид. Видим, что четвертый Searing Arrows. Очень сильно не нравится Эмберу с его тремя единицами армора. Да, я жутко извиняюсь, что-то я вот чихнул так плотненько. И теперь, ладно, все, не обращайте внимания. Могу немножко шморгать. Надеюсь, вас это не слишком сильно бесит. И все, так уж задолбалось. Что там Рубен? Рубен пока еще шестой уровень себе не нафармил. Ну, ему, наверное, он не особо сильно горит пока что. Шестой уровень у него, конечно, появится к нормальным уже замесам, более-менее человеческим. Ну, хотелось бы верить. Такие варды стоят и так синхронно. Надо в стиле чужого варды нарисовать, точняк. Чтобы когда он плюет, у него просто из середины вылазил еще один вард, и он бы плевал. Это было бы вообще супер круто. Так, что тут у нас у Йола? Йол как раз, видимо, и решил там себе левел поднасобирать. Тут Куро вышел, проверил леса. Ну и что там в миде за тусич? В миде тусич седого напрягают. Ну, тут пока просто Tower Defense от Ноутейла. Стоят себе два суппорта и держат линию на месте. Никуда ее не выпускают дальше речки. С4 бегает в поисках непонятно чего. Ну и Doom. Doom с ультой. Следовательно, секреты готовы к замесу. Ребята из Virtus.pro будут готовы через 2-1. Прыгает Брю. И это минус седой. Естественно, Ravage тратить здесь точно так же не нужно было. Выпад ответный на Дума также закончился успехом, только теперь уже для команды Virtus.pro. И размен 1 в 1. Хотя нет, не слишком-то уж и 1 в 1. Йол умирает на базе, но умирает. Вот так вот. Просто бесславно погибает под своим же фонтаном. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, и что здесь у нас? Здесь у нас год, я смотрю, уже начинает ковырять вышку. Причем, ну, ковырять-то я так слабенько сказал. Он ее основательно демонтирует быстро. Такой скилловый таджик. Бум-бум-бум по кирпичику. Пошел у нас Глиф. И что дальше? Просто разбегутся? Или все-таки захочет Боник сейчас в крыску вышку забрать? В крыску, конечно, это прикольно. Но тут, возможно, будут готовы. Да, и есть вард. Вард, который видит сейчас Дазля. Вард, который... ну, вот еще один вард, собственно, который видел Виномансера, который видел Брюмастера. Попытка спасти Жотма, наверное, да, не заканчивается ничем хорошим. А в это время год. Год что, руну забрал? Ой, не руну, а вышку, да, Клинкс. Вышку забрал, за годом идет погоня лютейшая. Тут пошли сентрики, но год убегает. Вот он сейчас спалился здесь. И, собственно говоря, все. Да, год улетает на базу. Хотя, блин, что он спалился? Он же был уже в инвизе, да, когда под думом горел. Ну, тогда все вообще шикарно. Вот он, Рубик, с флеймгуардом. Обратите внимание, 4 уровня. Рубен сейчас просто неуязвим. Сейчас С4. Дождется, когда закончится Flame Guard. Да, заканчивается. Развалился. Нападение на Йола должно быть. Все так и есть. Йол умирает. Хороший подхил от Дазла. Весьма своевременный. Ну вот как, собственно, с Рейскингом разбираются. То есть он ничего не делает в этом замесе. Абсолютно ничего. Погибает, как мы видим, ВК. И у Virtus.pro серьезные проблемы. Во-первых, они проигрывают нехило так уже по фрагам. 5 на 14. Во-вторых, вот вы видите, что начинает происходить по деньгам. По деньгам секреты начинают потихоньку доминировать. Ну, возможно, это не так сейчас видно, но вы же понимаете, что это секреты. У Куро появляется ГОСТ. Как раз, видимо, для того, чтобы его не убивал Боник.
совсем быстро. То есть вот оно, гибкое мышление, в принципе, решение, наверное, все-таки верное, потому что будут там сейчас разнообразные орхиды, и вот-вот опять у нас погибает Рейскин, правда, в этот раз у него ультимативная способность есть, Тайдхантер заходит, но у него нет Ревейджа, Куро ставит страховочный пока Ремнант и уходит на него, за ним уже Рубик в ответочку, бум-бум. И попытка забрать Пупея. Пупей, Мансит, но не домансил. Дум подошел. Дум с Думом. Дум с Думом. Хороший серийный чейнс. Дум с Думом кинул на Седова. Погибает Седой. Погибает БЗЗ. И куда? Сюда? Да, сюда. Дальше. Клэп. По двоим. С суппортом. Еще одну тычку по Йолу. Есть. Отличный минус. И это минус 4 от парней из Team Secret. В размен на одного только Дазля. И вот Гочи себе Орхид принес. Сам говорит, фидаки, чем вы вообще там занимаетесь? Как я буду тащить эту катку-то в соло? А тащить катку сейчас придется. 6-18 все-таки. И вышки начинают гореть. Одна вышка уже сгорела внизу. И, видимо, решили Team Secret пойти попробовать забрать еще и Т2. В это время Боник разбирается с вышкой в миде. У него тут тоже осталось 6 хитов. И все, есть минус тавр. Телепорт мы видим от Тайда. У Тайда 7 секунд до ревейджа. По-прежнему не может Тайдуха нормально войти в драку. Ну, сейчас выход от года должен, безусловно, заканчиваться смертью Ноутейла. Хотя там ведь тоже госскиптер есть. Плюшка от Скаймага залетает достаточно такая болючая, но Номансер выживает. Да ладно, неужели не нашли? Есть 4. Его просто не нашли, он успел, блин, кануться заранее. Они ведь реально одновременно оттуда улетали. Не, ну это просто жесть. Это просто жесть, друзья. Кура. Гостевич прожал. Пум-пум-пум. Да, по-прежнему у нас там 6-18. Видим, что все-таки графики немножко-то приостановились. Видимо, в связи с тем, что вот... Ой, год нашел Пупеху. Миссы будут. Последний мисс. Последний мисс, который, скорее всего, и спасает сейчас Пупея. Ну, что тут можно добавить? Все очень грустно, когда Клинск вот так вот не может перемещаться пока. Точнее, он может пока перемещаться, но не может делать фраги. Следовательно, тратит время, ну, не на фарм, а на вот просто беготню. Брю зашел, так же, как и Эмбер. Нападает на Рубика, и Рубик потрачен. Впрочем, так же, как и Скайрасмаг. Вообще, просто на морозе сейчас забегают ребята из Team Secret и начинают убивать одного с другим игроков команды Virtus.pro. Им вообще по барабану, кто там, что там. Вот он клэпчик пошел, шлепочек такой лютый, и это минус Седой. С4 попал под раздачу. С4 может сейчас просто разбрюмастерироваться, и он так, наверное, и будет делать. Да, он брюмастерируется. Ну и пока летает у нас там Тайдхантер. У Тайда есть ревыш, не забывайте. Поэтому Тайда нужно опасаться. Вышку так и не пробили. Вот. На вышку вообще пока внимания не обращали. Виномансер там тоже вардов толком натыкать не успел. Убегает отсюда Брю. Ну, Брю очень коцанный, как вы можете заметить. Там действительно едва не убили. Дазл его хорошо подсейвил. И года нашли. Года видят. На года сейчас будут нападать. Просветочка есть? Есть просветочка. Ну, не убить этого брюмастера. Там увороты, там огромное количество брони, вы посмотрите. Там еще и под вивом уже почти 30-ка армора. И дазл рядом, короче, без вариантов. Вот сейчас уже все становится потихоньку на свои места. Плюс забирают также Рошана, секреты. Такие вот дела, друзья. Ну вот и чем теперь драться в Virtus.pro? Вот Клинкс, который как бы крыска, и который в открытом тимфайте не то чтобы ни на что не способен, но такой достаточно уязвимый герой. Тем более, что у него пока блокинг бара того же нет, что не может на морозе стоять и расстреливать. Да, в общем, смотрю я сейчас на Virtus.pro и понимаю, что
аутов у них остается ведь все меньше и меньше. Там Эмбер начинает набирать обороты, хотя по фарму он по-прежнему отстает еще от года, но если вы обратите внимание, то целых три игрока Team Secret находятся на втором, на третьем и на четвертом месте соответственно. А Бодник такой, без АОЕ дэмэджа, да, без такого потенциала массового убиватора, ну, конечно, на дистанции может там паре типов по тыкве настучать, но если вдруг действительно начнется такой серьезный массовый тимфайт, от него помощи особо, наверное, ждать не приходится. Плюс там госты. Гост у Веника, гост у Эмбера. Брюмастер он тоже уже почти ничего не сможет сделать. Ну и там Дум же, естественно, еще остался. Дум еще и ледяного огромага съел, чтобы Ice Armor на себя подкидывать. Так, где Виномансер? Виномансер уже 2000, 11 уровень. И что, будет ли это Аганим от Ноутейла? Это Дагер. Это Дагер. Веник. На него нападают. Биг Дэдди по-прежнему пока живой. Тайдхантер ревейджирует. Хорошо попадает по S4. Ну вот чем затыкать теперь S4? S4 все, разбремастерировался. Вы ему ничего не сделаете. Он сейчас тут начнет всех убивать. Правда, год настрелял по Симбе. Окей, Виномансер. Виномансер умирает. Уже минус 2. В размен пока только на реинкарнацию Рейскинг. Но там еще Рубик когда забрали в самом начале. Хотя мы видим, возвращается. Точнее, приходит сюда Куро. И есть четкий минус. Гем там еще валяется. И попытка уйти БЗЗ, конечно же, должна провалиться. Потому что, что правильно, Дагер сейчас в кулдауне, все там в кулдаунах. Плюс тут вард стоит. И видели прекрасно, куда БЗЗ здесь забрел. Даблкил от Куро. И мне уже интересно посмотреть файт рекап. Вот мы, собственно, видим, что драка при всем, казалось бы, неудачном стечении обстоятельств для Virtus.pro по деньгам, по опыту для них не слишком плохо-то и закончилось. Могло бы все быть намного серьезнее, но это, скорее всего, связано с тем, что уже ведут по нетворсу Secret, и, естественно, за каждого убитого их героя дается несколько большая награда, чем за героев Virtus.pro. Но, тем не менее, для ВП это более-менее в плюс, назовем так. И там хоть какие-то денежки заработали, хоть на чем-то смогли разжиться. Но у них все по-прежнему очень плохо. Там Тайд не может зайти нормально. В общем, просто нет возможности пока что забрать быстро этого Бремастера. Год, конечно, хорош в плане там физдэмэджа, но пассивка, она не прощает Бремастера. Сколько там, 25% вроде бы. Но у ворота у этого товарища, да-да, вот он, Dodge Chance. И если еще каким-то пивандрием попадет по Клинксу, Клинкс ему вообще урона не нанесет. Ну и, собственно, нельзя будет забрать там, за Ravage плюс Silence плюс даже телекинез плюс стан. Ну, а чем тогда других героев контролировать? Хотя бы Сайленс Скаймага, чтобы его есть хватало. Что это у нас тут? Финомансер. Слишком агрессивный. Еще Т2 не забрали, он уже под Т3 лезет драться. Так, ну и что получается? Получается то, что теряют свою предпоследнюю уже тир-2 вышечку Virtus.pro. Сами при этом пока еще ни одного Т2 таура не забрали. Но вот БЗЗ хочет, видимо, это сделать. Хоть как-то попытаться противодействовать наступлению команды Secret. Правда, что он тут один сейчас делает? Тут еще вышка фуловая. Тут уже, кажется, начинается замес. Ну, замес еще не начался, но первые контакты уже были только что. Куро. Не нажал фисты. Эмбер зашел. Хорошо. Седом. Ну, седого Дагера все равно нет, поэтому сбивать ему нечего здесь. Да, и пока что такая бесконтактная битва, но в этой бесконтактной битве, естественно, побеждают секреты, потому что у них Виномансер по кулдауну ставит варды, и... Ой-ой-ой, на S4 набрасывается. Отличный подсейв идет от Дазла, S4 должен, наверное, раскладываться, и он раскладывается. Он успевает это сделать, должен нападать дальше. Год уже встрял, год под Думом, там погиб у нас уже Рейскинг в первый раз. Год у нас умирает в первый и, возможно, в последний раз. У него нет байбека, судя по всему. Да, не хватает денежек на байбек. Седой просто не может зайти и дать нормальный ревич, потому что там никого нет, по большому счету. Вот в этой зоне никого нет. Там какие-то бремастерят, которым плевать на ревиджи. Так, БЗЗ, кстати, выжил.
после всех этих издевательств. Ну и начинают варды расстреливать. Вот мы видим, Сигриты потихонечку подбираются к зданиям. Начинают метелить бараки. То один, то другой там чуть погрызут. Ну вот, возможно, после вчерашнего матча, как мне рассказывал тут Вилат, когда они били нибилишные бараки, им все-таки рассказали, что можно сейчас еще и рейнджовый побить. Хотя Симба бил милишный, это все видел. Симба, я за всем слежу. Биг Дэдди выживает за счет Дазла. Дазл, подхил, наверное, будет. Да, есть подхил. Но Биг Дэдди догорит здесь. Да, минус Биг Дэдди. Да, ну мид уже все равно забрали. Мид теряют сейчас парни из Virtus.pro. И видим тут массовые блинкауты с места происшествия. Куда? На Рошана потом по нижней линии? Или как собираются исполнять? В принципе, до Рошана тут осталось ждать не так уж и долго, пока Виномансер здесь воскреснет. Пока здесь ребята дофармят себе, ну, не знаю, кто на что, кому на что больше нужно. Вот мы видим, у Эмбера уже 2000 золота уже имеется практически на руках. То есть этому товарищу, естественно, следующим артефактом нужен Кристаллис. Ну, там Дейдалус и Батлфури 10 штук и так далее. Но, думаю, будет Эмбер сейчас еще и на байбеке себе оставлять. Все-таки всякое может случиться. Но доминация секретов уже более чем очевидна. 12 тысяч золота и 10 тысяч опыта. Да, сразу же отвечаю, тоже вопросики пишут. Особо не паникуем, не кричим, потому что... бережем горло перед Швецией, перед Америкой. Так как так сейчас все немножко приболели, то, естественно, стараемся комментировать как так более-менее спокойно. Так, что там у нас? Там у нас Думчанский. Да, да. А что Дум собирает? Шива есть, Дагер есть. Там дальше, скорее всего, либо Аганим, либо Рефрешер. Ну, возможно, Аганим стоит. Не-не, Рефрешер. А что Аганим? Зачем тут Аганим? Рефрешер стопудово. Врываешься на Тайда, на Клинкса, и все, и поехал нарезать. Ну, тут по-любому, пока у нас будет небольшое стояние в преддверии появления этого товарища. Здесь что? Здесь уже почти готовый Мьёлнир. Причем рецепт на Мьёлнир, может быть, стоит рецепт поменять? Или там все есть? Нет, ничего там. Малштром. Продать, купить на Малштром? Нет? Ну, ладно. Как хотите. Тут на варде, кстати, ребята тусуются. Ну и ВП, кажется, понимают, что они не особо-то и мощный сейчас оппонент относительно Team Secret. Но при этом играют еще не слишком зажато. Что там у Боника? Боника, да, у Боника пока БКБ, видимо, прилетело, да. Блокинг-бар, Орхид выглядит, конечно, мощно, классно, но там уже неплохие меры предосторожности по отношению к Линксу были приняты. Я, конечно, говорю про все эти гост-скипетры. Так, что тут? Ну и кто теперь будет искать драку-то, а? После этого Рошана. Естественно, секреты, наверное, должны продолжать давить. Они все-таки посильнее будут. И Брюмастер подходит, подходит. Ну, почуяли. Virtus.pro неладное. И решили свалить отсюда куда подальше. Хотя вот сейчас Тайдхантера видят. И Виномансер отлично залетает с блинка. Тайд теперь уйти отсюда не может обычными методами. Только с какого-нибудь телепорта. Телепорта у него тоже, естественно, нет, мы видим. Ну, естественно, да, телепорта нет. И проблема у Жотма. Жотма сейчас будут убивать. Камень долетает, но Жотма остается в живых. 50 хп у него остается. Там пытался улететь Тайд, ему телепорт сбили. Ну и Седой
отправляется в таверну. Здесь у нас что? Здесь у нас была, вернее, сейчас будет попытка убить БЗЗ. Пришли такие два товарища, тоже милишнички, добраться толком до БЗЗ не могут. Решили просто поругаться на него маленько. Так, год, залетает с даггером, начинает разваливать, это минус Куро. Но это минус Айгис только. И Куро сразу же моментально кидается Орхид, Куроки погибает. Ну вот так не надо делать, там у Рубика, правда, через 10 секунд только будет телекинез, но тут уже идет окружение. И, между прочим, тут горит база сейчас. Тут уже напали на Йола, Йола убивает, убивает БЗЗ, убивает Джотман. Да, у БЗЗ пока тоже сработала ульта. Ну, понимаете, что дальше будет не намного лучше. Хотя, ну, два байбека было, от Тайда и от Рубика. Если сейчас принять Виртусов, то это все, это будет good game. Что там у нас Боник? Он же Клинкс. Ну, начинается такое вот напряжное убивание вышечки. Пупей. Естественно, хотят еще и подпушить мид-секрет для того, чтобы растянуть защиту противника. Да, и продолжает. Продолжает падать здесь барак, хотя регенится достаточно активно здание. Но варды виномансера сейчас должны будет ставиться один за другим. Так, ой-ой-ой, как же хорошо набрасывается на года, но тот успевает вовремя брожать БКБ. Поэтому тут сейчас Бремастерята принимается за запил барака. Глиф! Какой плохой только что был использован глиф. Ну, не знаю, возможно, он успеет, конечно, откидешься, пока секреты будут организовывать очередной заход. А, секреты решили пойти забрать Т2 на топе, что ли? Что вышка стоит. Вышка бесхозная, фактически. Ну, начинается тут побегушки виномансера с гемом. Вернее, виномансера с дазлом с гемом. Дум пока не знает, чтобы ему такую получше приобрести. Ну, может, действительно рефрешер стоит? Просто нападать и убивать. Вот, все, год уже никого здесь убивать толком не может. Несмотря на все эти дагера, орхиды и вроде бы неплохой нетворс, он сейчас фактически бесполезен. Он может там что-то противопоставить какому-нибудь виномансеру. А, не, виномансер, дазл, все с гастами, просто все с гастами. Те, кто уязвимы со стороны того, что не может, ну, нет там пассивок никаких хороших, или, в принципе, хп не так много. Все просто купили себе по госту. Два суппорта и Эмбер Спирит. Вот от Эмбера я действительно госкипетр не ожидал первым артефактом. Хотя мы видим, что, кажется, неплохо заехал. Ну, все-таки еще статы там добавляет. Вроде бы плюс 7 ко всем статам, верно? Да. Ну и, как предполагалось, все-таки отправляется по топу. Эту Т2-вышку, скорее всего, защищать никто не будет. Ну, возможно... Вот обычно, когда я говорю так, скорее всего, никто ее защищать не будет. Некоторые команды тоже так думают. Ну, там же никто ее дефать не будет. Как-то подходит расхлябанно к сносу этого здания. Там не особо хорошо держит позиции и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас, например, нападают на Куроки. Куроки просто за полсекунды уничтожают. Проблема также у Пупея или нет пока еще проблем? Проблема пока у нас у Дума, мы видим. Дум. Ульт засадил в года. Виномансер прыгнул, гелем промазал. Но, тем не менее, ульт зашел хорошо по троим. Тут у нас на года нападали те, года выжигали те. И Рубик вынужден убегать. Просто уже ничего не может сделать. Там ноутейл бросается за Рубеном. Виномус геля, правда, пока еще нет. Еще целых 6 секунд. Рубик может бежать или же не может. Нет, Рубик не может бежать, залетает один яд, залетает Шива, залетит там еще сейчас пару подач каких-то таких увесистых. Ну и надо сейчас заходить по миду, крипам, крипам, Брю, ну просто помоги забрать сейчас вышку, не вышку точнее, а... Хотя не нужно помогать, там год вернулся в замес, поэтому лучше сейчас на верочку сбрить года и... вот, вот, нападают на года, Брю начинает его разваливать. Да ладно, неужели год умирает? Ну вот это уже совсем грустно. Это уже очень печально, потому что здесь горит база, причем уже горит по полной программе. Плюс тут погибает еще и Тайдхантер. Это четверо, возможно, даже пятеро игроков команды Virtus.pro в таверне. Так как БЗЗ также находится за пределами базы. Его, скорее всего, сейчас вычислят, найдут и уничтожат.
Типа, да, он наваливает, но вот вы видите, да? Ну, такое. Пока тут, конечно, развлекаются со всеми этими рейскингами и прочей живностью. База по-прежнему стоит. Т2 на топе стоит. Т3 на нижней линии тоже стоит. Стоят бараки, все стоит. Не стоит только барак милишный на миде, который еще там с предыдущего захода, кажется, был взят. Ну, вот, собственно, файт рекап, вы видите. 5500 голды разницы. Дум почти 2000 заработал за эту драку. И 5000 дэмэджа выдал Дум, по 4000 почти выдали Виномансер и Бримастер. Ну, там рыски, мы видим, 4300. Долго очень с руки ковырял. Большое количество народа. Так, ну что ж получается-то у нас? У нас получается то, что Virtus.pro, скорее всего, сейчас проигрывают. Я не думаю, что стоит смысл, что есть смысл открывать графики, хотя вот я вам покажу, кому, возможно, интересно. То, что уже около 25 тысяч сейчас будет преимущество по голде и 20 по опыту. Так, пошел, кажется, последний замес. На года вновь нападают, год по Думам. Его с руки Брю и Дум успешно разваливают. Также сейчас будет погибать БЗЗ, но его сейчас, скорее всего, просто забьют, да, и будут убивать Седого. Седой даже Ravage не успел прожать. Остальные просто убегают на базу и догорают. Good game, well played, и Team Secret побеждают. Побеждают, я бы сказал, весьма уверенно, и вновь вот это не то чтобы пара интересных пиков от Virtus.pro зарешала, но вот как Секреты гнобили Клинкса, это просто жесть. Причем гнобили не столько там ходили, убивали, сколько не давали убивать себя. Вот эти вот гасты массовые, как вы можете видеть, там 3 штуки гастов, ну и 2 героя, в принципе, такие плотненькие. Хотя Дум не такой уж и плотненький, но это Симба ему можно. Ну, вообще, друзья, в принципе, можно сказать, наверное, что на сегодня это все. Я пока еще расскажу по поводу того, что у нас происходило сегодня. Возможно, покажу расписание на завтра, если таково имеется. И, у нас же, мы же завтра улетаем, точняк, нас же завтра не будет, точно. Но в любом случае, ждите наши трансляции с Дримхака, смотрите наших других комментаторов, Няшхарт, Адекват, все для вас будут работать, Витя Готхан, конечно же. Мы уже с вами, я в один лад и вы встретимся в Швеции, ну, вы дома, мы в Швеции, может быть, тоже к нам туда приедете. Так что давайте, пожелаю вам всего самого наилучшего, спокойной вам, наверное, ночи и до скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Пока. Приближается начало нового сезона SLTV AM Series. В традиционной лиге примут участие свыше 1000 команд, а дивизион Junior позволит продолжить борьбу за первенство всем участникам, которым не повезло в начальных стадиях. Принимай участие и ты. Регистрация на турнир открыта до 17 ноября и доступна всем желающим. Подробности на сайте dota2.starladder.tv.